Приветствую вас, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал. И вот как мы расставились. Может, это временно еще. Чайничек он дети мне привезли, который не уместился в контейнер. Так что мусорка. Но нигде ее присунуть, поставить. Пока так стоит картина. Застилаю диван. Купили вот такие абажуры. Ну что-то Джеймс сам купил. Вот подушечки новенькие тоже. Ну, мы застилаем диван, чтобы не пачкать. Вот. Картинку тоже пока повесили с Джеймсом. Я говорю на эту стену, а он на ту. Ну, потом нашли общий язык. Это тоже абажур поменяли на этой лампе. Был коричневый такой уже побитый телевизор. Там у нас балкончик. И вот у нас красиво, как на балконе. Здесь новая мебель. Тоже купили для балкона и розочки. Часы повесили. Вазочка так вот. Это тоже здесь зона фотографий. Вот. Я в молодости, Джеймс. Детки. Короче, тут куча наших фотографий. Столик памяти. Вот. И Богдан маленький, и Кристина. Это у нас входная дверь. Здесь мы стираем. Там машины стоят. Пришли коробки, стулья тут и елка. Вот она, елочка наша новая. Я выбирала. Джеймс согласился. Он хотел другие огоньки. Я светлые. Ну, просто белые выбрала. Привет, мои хорошие. Продолжаю влог. И у меня попытка номер два. Идем в лабораторию, чтобы у меня набрали кровь. Не могут никак крови с меня набрать. С такой большой тетей не могут кровь взять. И сегодняшний завтракаю, так и хожу без кофе, вот такая. Сейчас едем, у нас еще каникулы начались, так весело. Такая веселуха, что капитальная. У кого-то ключи упали у Богдана. Упали в лифтовую шахту. Пошли в офис. Спросили, как нам быть, и сказали, что вам лучше при утрате ключей надо заказать и у них купить их. А чтобы достать ключи из лифтовой шахты, то будет нам еще дороже, так как мы будем вызывать лифтера специального. Это он будет все поднимать и все такое, но это будет намного дороже, сказали в офисе. Я думала, Богдана просто прибью. И тот отец молодец. Придумал отдать ему ключи, такие ценные. Ну что ж, ладно. Уже второй день хожу без настроения. Ну, так как, думаю, ну, это мало ли, уже знают, что мы потеряли ключ. Кто-то разляпает где-то как-то. Кто-то достанет этот ключ. Пожалуйста, заходите в нашу квартиру. Ой. Картину еще не повесили. Там нету хороших крючочков. Купили крючочки, теперь хотим куда-то прилепить. Ну, а так уже почти все. Расставили. Все
Пошли мы сдавать кровь. Вот наша елочка. Вот такая, которая к нам пришла. Она что-то такая худенькая. Не такие, как в нашем доме. У нас три толстяка, и тут у нас такая худенькая елочка. Игрушечки я не хочу доставать. Мы так далеко спрятали в кладовке наши игрушки, что куплю новые какие-то. Совсем немножко, потому что елочка небольшая, но красивая. Сейчас я переверну камеру. У нас раннее утро. Окна закрыты. И кот. Красивая такая подставочка. И кот у нас обгрызает этот снежок. Вот, пожалуйста, только поставили, и уже он так обгрыз снежок, что весь попал. Иду с лаборатории и поубираю. Может, пойду и куплю еще шариков. Нет. Она и так как декорация красивая. Мне очень нравится. И огонечки светлые я хотела. Ну, это так. У нас была пышная. Джеймс выкинул ее. Ну, все. Теперь будет вот такая вот. А, и вот такие вот еще стулья, которые пришли нам. Мы их сделали. Красивые барные стулья. Вот. Такие вот красивые стулочки. Вообще прелесть. Ну ладно, все, мы побежали, а то опоздаем. Иду в магазин. Погода просто шепчет. Тепло, хорошо. Немножко ветерок есть. Не жарко совершенно. У нас сегодня 25 ноября. Очень хорошо. Уже сколько у нас? 3 с чем-то. Солнышко уже садится рано. А на улице хорошо. Богдан на каникулах. Надо что-то придумать, куда-то поехать. Ну, посмотрим. А сейчас иду. Какие-то дешевые шарики хочу купить на елку. Нужны корзинки всякие, не знаю. Конечно, все дорого, даже не знаю. Просто как-то мало места. Полотенце мне где положить. Вот я кручусь возле этих одеял. Не знаю, как мне быть. И розовые красивые, но не, конечно, голубые мне больше нравятся. Они чисто катоновые. И, наверное, все-таки куплю. Булочки, может быть, тоже мне нужны, потому что не хватает у меня места. Куда косметику даже поставить, что-то так. Маловато. Самый страшный отдел для женщин, у кого есть немножко избыток веса. А где вообще цены? Я их не вижу. Тут 39. Такие вот весы. Это я смотрю, Богдана в ванную нужно. Этот увидела такую красивую на ванную занавеску. Понравилось. Надо почитать, пропускает ли она воду. Надо посмотреть. Вот. А это что за чудо? Это такие маленькие дезодоранты для туалета.
270. Ну что, смотрю шарики, не знаю даже какие взять. Не знаю, бирюзовые теперь нравятся. Опять такие. Маленькие пять. Думаю, даже лучше взять вот такой набор. Или вот просто такой набор шаров за 15. Ой, короче, я растерялась, какие шарики я хочу. Или вот такие вот. Но они золотистые, хотя серебряные. Вот. Только что прибежала. Оказывается, ключи нашлись, ура! Ну надо же, просто полез кто-то и поддели, как это, как рыбаки поддели наши ключи, которые провалились в шахту, в лифтовую. И не то слово рада. Слава тебе, Господу! Думаю, ну что так вот, такое настроение вообще, потому что я боялась, что кто-то достанет ключ и узнают, чей ключ пропал, и могут зайти к нам. Боже, слава тебе, Господу. И сейчас покажу свои покупки. Я такая радая, как на это, $1000 выиграла. Ну, зато ключи нашлись. И вот, что я купила в Таргете. Хочу очень-очень быстро, потому что зачем я буду все время эти обзоры делать. Ну, виноград купила. Обратно вот этой гигантской авокадо, которая очень вкусная, но оно еще твердое, надо ему полежать. Потом оно около $2 стоит. Цветную капусту купила вкусную. Потом вот такие звездочки за $5. Надеюсь, они горят без проблем. Ну, не знаю. Так что такие звездочки купила. Джеймсу такая штука. Он пьет ее, чтобы спать. Он не болеет, но это его дает ему заснуть. Потом горох. Суп гороховый захотела, так как вот мы купили копченые ножки. И хочу с крылышками, вот, с курицей. Да, еще копченых положу и гороховый супик. Потом вот такую игрушечку. И такой набор. Набор стоит $20. Соски купила по бизнесу. Орешки 5 с чем-то. Яйца по 99 центов. Доллар. Это уже в долларовом магазине. Быстро забежала, купила шарики. Это все доллар. Такие шарики. Но они вроде бы подходят. Я хотела все серебристое, так как у меня как-то все серебристое, но ладно, ладно, буду мешать одним словом. Вот такие цветы искусственные, они вот такого цвета интересного, тоже к розоватому подходят, и серебристое. Я вот елочку украшу. Такие вот птички, 15, любой, ой, ну я уже не помню, там тоже две розовые, одна золотистая. И вот такую звезду как-то не хотелось мне, та, что светится, Джеймс не купил. Не, ну, я ему позвонила, он сказал, не надо, так что я купила за $15 такую вот, и она тоже вот золотистая и с типа бриллиантами, с камнями. Ну, думаю, будет красиво наверх. Хотя там вот есть так, чтобы вставить или ангела, чтобы светился. Ну ладно. Надеюсь, вот эту желтую штуку перекроет. Если не перекроет, ну чем-то цветами залеплю. Ну, вот такие у меня покупочки. В одном магазине потратила 90 с чем-то долларов, а в другом магазине я потратила $9. Все, вроде бы ничего не купила, но главное, купила эти игрушки на елку. Ну, все, мои хорошие, на этом я заканчиваю. Я такая рада, что ключи нашлись, как гора с плеч.
кучу радости. Все, мои хорошие. Пока-пока. До новых встреч. Увидимся в следующем видео.